В Устьянском Улусе не хватает специалистов. Северный район сегодня нуждается в учителях, медицинских работниках, а также в оленеводах и рыбаках. Подробнее в следующем сюжете. Центр занятости населения Устьянского Улуса – одно из важных социальных учреждений, куда всегда обращаются люди в надежде найти нужную им работу. Специалисты учреждения всегда с вниманием относятся к каждому пришедшему за помощью в центр. На 1 мая этого года у нас по району, Устьянскому району, насчитывается 189 безработных граждан, которые у нас зарегистрированы как ищущие работу и имеющие статус безработного. 50% из них у нас женщины, и 30% это молодежь от 18 до 35 лет. Потребность у нас в районе традиционная, это в социальной сфере, медицина и образование, требуются специалисты. И есть сезонные потребности, горнодобывающая промышленность у нас начала понемногу двигаться вперед, и там требуются. Ну и сезонные тоже есть работы в рыболовецких бригадах, и постоянно требуются оленеводы. С этого года Центр занятости населения свою деятельность ведет в просторном здании Управления Пенсионного фонда России по Устьянскому району, где созданы все условия для сотрудников центра и для обслуживания клиентов. Туяра Семенова, НВК Саха, поселок Депутатский.